мастер-классы, лекции, различные активности на свежем воздухе. Сегодня в столице Коми стартовала академическая школа «Я навигатор». На трехдневный образовательный марафон съехались советники директоров по воспитанию. 80% школ региона сегодня ввели эту ставку. 186 образовательных организаций закрыли кадровую потребность. Их задача – помочь директору настроить воспитательную работу. Именно эта должность, она предполагает непрерывное, не только профессиональное обучение, но и личностный рост. Потому что если советник не будет интересен ребенку, ну, сложно будет что-то реализовать в общем-то. А наши дети сейчас современные настолько прогрессивные, что мы сами не всегда за ними успеваем. Проект прежде всего нацелен на устранение профессиональных дефицитов, а также развитие гибких навыков советников, директоров по воспитанию. Сегодня именно на их плечи ложится задача по формированию новой системы воспитания в современной школе.